гастроли Пола Маккартни – это высшая точка работы Гафина. Концерт, который собрал практически всю российскую элиту во главе с президентом тогда на Красной площади. Бюджет этого концерта больше 3 миллионов долларов. Мы понесем достаточно серьезный финансовый ущерб благодаря, так сказать, осуществлению этого проекта. Но зато я думаю, что очень сильно выиграем в имидже. Улавливал следующий тренд. Какие культурные проекты поддерживать? Кого звать на тусовки Альфа-банка? Кого, как бы, как формировать светский пул вокруг того, что делает Альфа-банк? Он отвечал за вот эту вот политику, пиар-политику Альфа-банка. Мы решили спонсировать этот конкурс, потому что очень хочется, чтобы наши обложки стали более яркие. Поэтому, естественно, он должен был быть в теме. Он должен быть в бронше. Бронше – это по-французски «включенным». Это работа с клиентами. Когда вы видите улыбающееся лицо представителя банка, это означает, что с банком все в порядке. Что же это за тусовка, если нет на ней Собчак? Или Гафина нет? А иначе зачем? Лучше дома сиди. Если банкир работает постоянно и в пятницу едет, вместо того, чтобы поехать с любовницей в Париж, он проводит совещание, вот это проблема у банка. Время... «Деньги» – так будет называться вторая игра сезона 98-го года. И в этой связи я попрошу занять это место Александр Гафин. То, что он слишком часто ходил на тусовки, если руководство это не устраивало, руководство могло вполне ему сказать, что типа ходи поменьше. Я думаю, что это тоже не претензия к сотруднику. Кто сегодня самое слабое звено? Кому команда захочет порвать пасть? Я думаю, что он считал, что интервью провинциальным латвийским газетам не будут просто замечены в Москве. Ну, сказал, что? А что для нас сейчас Латвия? В Латвии кризис мощнее. Он самый тяжелый в Евросоюзе. Почти 80% граждан не доверяют правительству. В условиях демократии, демократический пресс, да, обсуждались вакантные места на премьер-министра. В нем принимает участие, ну, кто-то, кто считает себя компетентным, кто хочет. Петр Авин сообщил, что с большим интересом отнесся к предложению встать во главе латвийского правительства и готов был бы взять на себя ответственность за вывод страны из состояния тяжелейшего экономического кризиса. Саша, нужна ссылка. Я не могу без ссылки ставить. Председатель фонда Петра Авина Александр Гафин. Тебя устраивает как ссылка? А что еще меня должно устраивать? Правая рука 15 лет в банке. Если Авин действительно такого не говорил и в планах у него этого не было, то это хорошая подстава. Я могу это объяснить только, так сказать, шампанским, ничем другим. Только, так сказать, каким-то хмелем. К сожалению, банковский мир и банковская система прежде всего движется на доверии. И поэтому слухи и вот информация, которая проходит, она очень важна для банков. Он просто не придал этому значения. Но кто-то вытянул это интервью и раздул вот здесь. Понятно, что те, кому не очень нравится Альфа-банк, и не очень нравится, так сказать, эта тусовка. Вот и все.